Слава Иисусу Христу! Сегодня 8 апреля, мы продолжаем идти за Христом, который есть свет всему миру. Поэтому нам не страшно с Ним идти. Так давайте же послушаем Слово Божие, которое освещает тьму в наших сердцах. Чтение Святого Евангелия от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду». А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Слово Господне. Хвала тебе, Христос. Дорогие друзья, сегодня у нас Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 и 20 стих. Время поста – это время внутреннего обращения. Это есть возможность и призыв начать новую жизнь, сделать свою жизнь более новой, сделать маленький шаг на пути святости. Иисус нам говорит, давай, пойдем вместе, посмотрим на твое сердце, что там находится. Я буду твоим светом, я просвещу твое сердце. Пойдем, возьму тебя за руку. Итак, Иисус нам своим светом может показать, что там хорошее, что плохое, и показать, что белое, что черное, что грех. Потому что грех, он мешает полной жизни. Иисус пришел, чтобы нам подарил полную радость. И мы можем вместе с Ним узнать, что находится в нашем сердце, и что там не должно быть? Что мешает этой полной радости? Да, Господи, пойдем вместе и увидим это. Да, это был замечательный ответ, если бы мы откликлись на этот призыв Иисуса. Но может быть, что не хватает нам смирения. Это нелегко пойти и увидеть свои грехи. Это не очень приятно. Увидеть и эти
темные места нашей души, в нашем сердце. Может быть, что на этот призыв не откликнемся. Может быть, что будем искать какие-то оправдания. Так как фарисеи. Им не хотелось, чтобы увидеть свои грехи, то, что неправильное в их жизни. И искали оправдания. Дай нам свидетельство. Кто тебе дал право, чтобы ты показывал то, что у нас плохое или хорошее? Эти отмазки можем и мы искать в нашей жизни. Может быть, какие-то события, какие-то люди показывают нам, что нехорошее на нас. Это возможность, чтобы мы сделали шаг вперед, чтобы мы в смирении открылись, увидели эту правду, чтобы посмотрели вместе с Иисусом на нас. И так дали возможность, чтобы Он подарил нашему сердцу полную радость. Эта полная радость может быть светом миру. Мы вместе с Иисусом можем светить и другим. Но первый шаг, который мы должны сделать, есть посмотреть на наше сердце и сделать шаг на пути нашего внутреннего обращения. Тогда давайте задание для сегодня – быть светом миру, быть для других, к другим доброжелательными.